1968 году у Евгения Петросяна родилась единственная дочь Викторина. Назвали ее в честь тети, балерины Большого театра. Девочка мечтала стать, как ее родственница, танцовщицей, но отец дал позу. И пришлось ей идти учиться на исторический факультет. После окончания университета Викторина работала организатором. Позже она вместе с мужем уехала в США. Сегодня она рассказала всю правду о разводе своих родителей. Дочка сильно не перенимается, так как Евгений Петросян и Елена Степаненко уже 10 лет живут просто под одной крышей. Все это время не хотели делить имущество. А личной жизни у них уже давно нет. Теперь пришло время, когда нужно решиться на этот шаг.